очередная посылка и очень быстрая распаковка того, что прислали китайцы. Так, где-то вот ножичек был. Вещь, скажем так, не дешевая. Компактная и нужная. Малоизвестный бренд. Кто-то скажет. Будет. Под Type-C. USB Type-C. Ну, уже неплохо. Болтики есть, даже есть отвертка. Софт-тач чехольчики. Ну и по наитию будем скрывать, чтобы не потерять все это дело. Будем уложить это все сюда. Ну, не знаю. Что-то как-то пошло не по плану. Я вообще-то думал, что он будет меньше. Ну, болтики одинаковые. Наличие отвертки, конечно, супер. Хоть и видно, что она одноразовая. Ну и дальше-то как? Это понятно. Ух ты, это снимается, оказывается. А это можно вытащить. Ну что, попробуем. Так, наверное, как-то так. Большое наличие винтов должно что-то значить, наверное. Возьмем парочку пока. Ага. Тут еще и гайки. Как оказалось, не все так просто. Так. Гаечку это, я так понимаю, сюда надо было. Ну да ладно. Поищем второй болт. Ну, в принципе, как-то вот так оно и должно выглядеть. В принципе, все очень просто и доступно. Закручиваем два болта и закручиваем два болта с той стороны.
пролить. Практически мне даже негде будет проверить это все дело. А хотя нет, у меня же есть Type-C проводок. И Type-C проводком можно будет проверить на смартфоне. Ну, если, конечно, определиться. Увидят ли как флешку. Так, а здесь-то пластик, тем более уже коцнутый. Эх, молодежь. Так, ладно, заклеим уже на работе, ну или дома, когда буду. Закрутить последние два болта. И проверяем. Ну, честно говоря, я думал, будет поменьше. Как-то уж совсем чересчур. Провод Type-C. Ну и погнали. Чудо не происходит. А не, определился. Samsung. Обзор. Джбунг. Какие-то даже файлы есть. Так. USB накопителя 2 штуки теперь у меня. Флешка и... соответственно, тут даже Windows есть. Ну, что, круто, в принципе. А 12 гигабайт это что? Это его на M2 все, что он может? Нет, это нам не надо. Так, извлечь. Ну, в общем, работает. И довольно-таки шустро работает M2. Чего и требовалось доказать. Здесь прям мощный такой. Очень мощный и жесткий кабель. Зато у нас теперь есть отверточка, маленький черненький диск вместо SATA 2.5 жесткого внешнего, который я таскал в Орике. Ну, прикольно, что собираем все это дело, и мусор можно будет выкинуть, джик, который останется в ведро. Никогда не нужно мусорить ни в лесу, ни в парке, нигде. В общем, как-то так. Ссылка будет в описании.